Привет, ребята, с вами Братец Ву. Сегодня мы продолжаем наше приключение в мире Fallout Ву Edition. Такой мир по мотивам, скажем так, постапокалипсиса. Со мной сегодня играют Марина. Привет. МДжей Рамон. Я еще жив. Которого вы можете узнать по кепке. Yeah. Да, негритянского боксера вы можете узнать по красным трусам. Так, и Андрей Волков. Леминга представлять не нужно, потому что он и так известный личность, да? Широко известен в узких кругах. Очень узких, но очень широко известен, да. Прежде чем мы начнем, хотелось бы сразу вам сказать пару ласковых. На самом деле ничего страшного. Просто хотел бы пригласить вас немножко к интерактиву. Я сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Если у вас есть какие-то идеи или просто хотите следить за жизнью канала, я вам должен сразу сообщить, что основная информация об этом находится в ВКонтактике на моей личной странице. Заходите в ВКонтактик, набираете там «Братец Ву» прямо по-русски, находите мою страничку и добавляетесь в «Друзья». И там много всего. В ближайшее время, например... Я тоже продакт плейсмент сделал. Все что-нибудь покажите. Я думал, Марина сейчас так же сделает, как Лемус. А тут вот началась реклама моего канала. У меня тоже канал есть, заходите, друзья. Да, про тебя все знают, ты сейчас прямо в квадратике находишься, на который можно нажать и попасть на твой канал, как и Леминг, короче. Так вот, ВКонтактике там... Ваше видео присылайте сюда. Довольно много всего интересного, и в ближайшее время там, например, будет конкурс о форме фишку, потому что у меня теперь ребрендинг происходит на канале. В отличие от некоторых людей, которые думают, что ребрендинг — это значит, что я канал свой стираю. Ребрендинг? Да-то все уже расстроились, написал, будет ребрендинг. Короче, скажите, до свидания, Барсуку, там такой поднялся. Такой глобальный ребрендинг. Вой плакальщиц. Да. У нас и инфляцию с девальвацией путают, так что ничего страшного. Нормально, ничего себе. А что это такое? Ну ладно. Теперь будет новый логотип у канала, и в этом логотипе будет такая вот желтая фишечка, похожая вот на такую, но не совсем попроще. Попроще еще в формах. Вот, и эту фишечку нужно будет оформить так, как вы пожелаете и посчитаете нужным. Можно будет ей приделать щит, там можно будет сделать по фоллаутовой вселенной, что-то такое. А сисечки? Сисечки обязательно Марина нарисует. Вот первый рисунок с нее. И кольчужный лифчик, так говоришь. Кольчужный лифчик. Можно без лифчика, может, лифчик. В общем, классический. Добавляйтесь. Я предлагаю тебе искать оформителей матрешек. Я думаю, они тебе вообще идеально здесь могут помочь. Матрешка? Желтая фишечка с Путиным, да? Не, ну, есть такие конкурсы прямо, они часто, по-моему, проводятся по оформлению матрешек. Вот мне напомнило это. То есть вот вам болванка в форме матрешки похожая, вот надо ее... Да, да, очень-очень похожий конкурс. Очень похожий конкурс, только меньше и другой. Да, но очень похожий. Точно такой же миной. Только меньше, больше, только больше и другой. Ладно, сейчас лишние кубики нам уберем, хотя пусть валяются. Вот я всех, в общем, зазвал. Теперь начнем с того, что, как вы видите, нас играет четверо. А это значит, что будет какой-то поворот сюжета. Тон-тон-тон. У нас был каждый раз поворот сюжета, поэтому ты меня не удивил. Да я не тебя хотел удивить, я сейчас хотел удивить всех зрителей. И мы начинаем, наконец-таки... Опять музыка другая включилась. Я не эту музыку хотел. С такой музыкой начинать я не хочу. Это слишком веселое путешествие, иди в припрыжку. Да я не против, давайте сделаем веселый Fallout. По-моему, я еще не видел веселого Fallout. Все какие-то мрачные. Иди в припрыжку, бежите. Черный юмор там иногда, разве что. А так, эй-эй, Fallout хороша. Fallout в стиле Adventure Time. Реанимация — это хорошо. И... С этого слогана начинаем бежать куда-нибудь вглубь пустошь. Ну ладно, начнем с той музыки, с которой начнем. Не суть важно, да это или не там. Я думаю, ты хотел себе кубик на логотип, да, но, к сожалению, кубик уже занят. А ты не надеешься, что там не будет кубика? Там кубик тоже есть. Да? Частично. Я не мог смотри, отойти от таких канонов и не вставить будет кубик. Будет тебе потом судебный иск. Вставлю кубик в свой кубик. Ладно. Эй, чувак, мы слышали, ты любишь кубики, да? У тебя такое будет. Мы начинаем с вами. Мы закончили на том, что вы легли спать на закате после долгого дня путешествий.
над пустыней опускалось огромное красное солнце. Как это обычно бывает в пустыне. В закат сейчас могли бы ускакивать три ковбоя, но их не было, поэтому без ковбоев. Небо тем временем стало затягивать облаками, поэтому ночь ожидалась темной. Вы, наверное, развели костер, да? Я так понимаю. Наверняка. И все вшестером? Нет, как вы хотите? Я вас спрашиваю. А в каком месте мы, собственно, легли спать? Вы недалеко от дороги нашли. Ну, будем считать, что вы собрались спать, хорошо. Что вы отошли от дороги и решили улечься здесь. У меня амнезия, по-моему, вот честно, я признаюсь, я вообще не помню, куда мы шли. Мы шли червей расплодить. Да, но... Перешли мост. Мы сейчас как раз перед сном решили пообщаться над тем. Ну, в торговце еще там по пути встретили, тебе брони набрали, которую надо на сопли посадить. Сейчас краткое содержание предыдущих серий. Вот, и еще Татугой сказал, что можно сходить в какую-то деревню, где он все тогда был. Там, возможно, будут инструменты необходимые и все прочее. Потому что они работают с железом. Ну, короче, мы по дороге от моста... Как я понял, деревня вроде это еще дальше, чем та деревня, которая у нас по миссии. Сначала червей, да. Потом броню. Ну и мы вроде бы где-то на полпути, да? Ну да, уже вот уже недалеко ближе. От нашей деревни, которая с червями. Не, да, ну, мы уже пока еще без червей, но мы постараемся, чтобы с червями стало. Угу. Да. Хорошо, что теперь... вас не шестеро, иначе бы этот разговор занял бы минут 15. Вот. Да, я и говорю, сейчас очень хорошо. Противоборствующей стороны нет оппозиции, так что можно будет забрать... Правящая коалиция у вас образовалась, да, хочешь сказать, да? Да. Беспредельщиков. Что у нас вот есть? Не надо, не надо, не надо. Экстремалы есть. Я такой оглядываюсь по сторонам и говорю, по-моему, у нас... Как-то мало. Все, пока что вы еще на месте все, Роман. Не переигрывай. Как-то у нас. Я вас немножко представлю. У нас Марина желтая фишечка. МД Рамон у нас синяя фишечка. Волков у нас зеленая фишечка. Да, зеленая же? Да, да. Белая фишечка у нас Лемус, такая же белая, как он сам. А черная и красная, соответственно, это Хрон и Славик Одессит. Но я смотрю на них и вижу, что в их глазах... Нет, они уже собрались спать, не смотри на них. Занимайся своими делами. Разговорчивая. Займись своей жизнью, Роман. Почему ты не общаешься со мной? Хром, скажи мне что-нибудь, что с тобой? Как? Славик. Мы же четверо распространяем. С вами, напомню, еще телега. И собака. И собака. Сейчас я выдам. Наше главное секретное оружие. Собака. Солнце, напоминаю, садится. И вам, наверное, пора делать привал, если вы не хотите идти ночью. Без хорошего света. Да, конечно, привал. Вы не вдалеке от дороги. Здесь оно где-то. Но идет. Мы хотя бы за каким-то там бугром, или чтобы нас не видно с дороги было. Но если хотите, пусть здесь будет небольшой бугор, хорошо. Да. Ну, как-то вроде как безопаснее. Чтобы с дороги ничего не видно было. Так что мы костер разводим или нет? Безопасно? Конечно, разводим. Разводим. Да нормально. Да вдруг какие сбегутся? У нас робот есть. У него... конечно. Опять ночью дежурить будет. Сколько можно? Чем топить будете? А что, там никаких веточек сухих нет? Ну, надо набрать их. А у нас вон бонзай сходит. Тогда я пошла за хворостом. Хорошо. Бонзай, это разделил обязанности, как хорошо. На какое-то время. Это, конечно, то, что она специалист по кустам, да, или что? Ну да, они уже ходили там вместе. Она знает. Вы мне всю жизнь это будете вспоминать, да? Смирись. Но это доставляет удовольствие, извини. Нам придется это делать. Это же стиль. Должна быть какая-то сквозная шутка, понимаешь? Например, робот постоянно дежурит, понимаешь? Да. Видишь, у меня тоже есть своя какая-то обязанность. Если не хочешь, чтобы тебе это Волков постоянно, Волков постоянно чинит, например. Да. Еще более безумно. Кстати, надо чинить чего-нибудь или нас все починить. Волков, чинить срочно. Не, ну все, что вроде починили нам. Да, вам сейчас все починили. Надо что-нибудь сломать и чинить. Меня можно починить, у меня... А, не. У тебя ж ничего, ты целый. Мне зарядиться надо, да, вот чем мне надо. Проблема, это я не умею.
А у меня какой-нибудь сервомоторчик стоит где-нибудь? Я могу, может, побегать как-то, я не знаю, или ногами пошевелить. Что, личный двигатель, что ли? Или, не-не-не, кто-то мне тогда пошевелит ноги, а. Знаете, так упрется другими своими ногами в мои ноги, начнет их как на этом. Как фонарик с ручкой, да? Да, нет, ты ложишься на спину, ставишь ноги наверх, кто-то становится тебе на пятки и начинает вверх-вниз, как на велотренажере, вот, вырабатывать энергию. То есть это что, у него есть такое устройство? Ну, ты можешь как механик ему это подключить. Вот это да. И сколько это будет продолжаться, чтобы он зарядился на 100%? Ну, двое суток, трое. Примерно столько, сколько он ходит, вот сколько тратит. 8 часов ночью все заряжаешь. Не, я посплю. Также я могу генерировать свет, если что. Марина пока самая у вас рабочий человек, возвращается с хворостом. Одну веточку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Вот молодец, видишь? Приносит хворост. В это время Славик с Хроном, во избежание лишних вопросов, уже вовсю спят. Как они на нас обиделись за этих 400. Ну там так, недалеко друг от друга. Костер у вас разгорается все ярче. Будете дежурить или спать, как вообще? Чем будете заниматься? Да я подежурю. Как обычно? А я перекушу и но... спать. Ты, Роман, в слип уходишь? Да. А в тележке много места? Тележки достаточно. Я заложу в тележку и там сплю. Хорошо. Я мечтаю о жизни ноутбука, в общем, пока засыпаю. Либо в слипе, либо в режиме питания находиться. Вот идеальная жизнь вообще. Хорошо. Итак, наступает совсем уже глубокая ночь. Только один... Барсук. Нет, только один лемминг у вас. Похрапывает. Сейчас не спит и дежурит. Тихая ночь сейчас вам будет включена здесь. У меня какая-то дискотека в комнате, по-моему. Да? Нет, у тебя что-то мигает, да? Это слишком умная камера. У тебя камера пытается приспособиться. Видимо, ей не нравится твоя белая кепка, вот что я думаю. Не, ей не нравится, что у меня шторы вовсю летают по комнате, и свет то заходит в комнату, то уходит. Ну, ясно. Хорошо, вернемся к нашей игре. Так, ночью остается у вас только лемминг. Все остальные тут легли спать. Собака тоже тут где-то похрапывает. И... Во второй половине ночи, когда уже стало совсем темно, костер стал подтухать немножечко, ты слышишь неясное шуршание в кустах, лемминг. Ну, я, конечно же, пойду и проверю, что там в кустах, но очень, очень осторожно. А ты встаешь, потом слышишь такое чпок, и в глазах твоих помутнилось. Ты упал. Ты слышал свист воздуха, в общем. Угу. Это отравленный дротик был. Ты спи, давай дальше. Ну так я сплю вам на отравленный дротик. Все погружается в темноту. И сейчас. Короче, смысла в дежурстве нету в итоге, получается. Да, так и получается. То есть ставишь ты кого-то, не ставишь. Если смысл сказал, что смысл у вас будет какая-то херня, она будет. Но если должна быть херня, то она будет, да. Если вы не поставили, вы, да, то херня если будет. Если вы читали комментарии, то там уже некоторые ропщут по поводу мастерского беспредела почему-то. Мастерский произвол, да, есть такая штука. Очень многие любят об этом говорить. Но у меня кроме мастерского произвола в моей игре вообще ничего нет. Поэтому, к сожалению, если брать мастер всегда прав. Если брать из нее мастерский произвол, да. Да, я не против, все нормально. Вы просыпаетесь от звуков. Дикающих каких-то, как будто бы индейцы атаковали вашу стоянку. Я тоже? А ты не просыпаешься. Пока что. Сегодня твоя очередь не проснуться. Все вскакивают, вы видите в слабых отсветах костра, точнее того, что от него осталось, какие-то скачущие голые фигуры вокруг. Сейчас их поставлю. Голые фигуры поставишь? Да. Ты одну уже нарисовал голую фигуру у нас на столе. Рейтинг растет. Вашего... Это вообще, между прочим, знаешь что? Это вот, смотри, так делаешь. Получается веселая рожа. Хотя для тебя это все равно голая фигура, я думаю.
Да, Рамон? Теперь это голая фигура в другой части уже совершенно. Окей. Ладно, можешь пока пофантазировать, а я расскажу, что происходит. Так вот, вокруг скачут обнаженные фигуры. Они потрясают копьями. Ну, вообще полуобнаженные, они в наберных повязках. А несколько из них упрыгивает в кусты туда. Остальные чего-то там продолжают вопить и потрясать руками над собой. Показывает то на вас, то в кусты. Через совсем понятно. Через пару секунд эти вылетают оттуда двое, все еще указывая что-то, на что-то в кусты, вопя и махая зажженными палками. Они нам показывают в кусты. Я не понимаю, что делать, поэтому я стараюсь им подражать. Вы... Тоже прыгаю, ору. Трясу руками. Хорошо, вся эта катавасия через какое-то время успокаивается. И они просто стоят и смотрят на вас, ожидая от вас какой-то реакции. Они все еще очень сильно возбуждены. Они нас в кусты зовут, что ли? Так это не к нам, это вот... Я больше не пойду туда. Слух прошел по пустошам. Там ему понравилось в кустах. Рассказал всем. Мне не понравилось. Но это уже не важно. Желающие. Они все еще продолжают махать копьями и показывать. В кусты. Ну, пойду в кусты. Один из них подходит чуть ближе. Ты куда пошел? В кусты, что они там показывают? Он тебя останавливает рукой, говорит, нет, не ходить. А что вы там хотите показать нам? Ваши друг типа пропасть, говорит он. Ваши друг пропасть. А, да, кто? Точно. Точно, да. Кажется, не хватает. Ваш друг утащил страшное чудище там, показывает он в кусты. Не ходить туда, опасно. Злые боги живут. Окей, не пойдем дальше, спать будем. Да какое ты что? Надо посмотреть, что там за злые боги. Робота отправим, ему можно. Собаку может послать. Мне еще хуже с броней, чем у всех. Злые боги, кричит он, священное место. Не ходить, уходить отсюда. Плохое место, вас тоже забрать. Ну, я делаю попытки все-таки идти в ту сторону. Куда, в ночь? Да. Фонарик-то у него вроде есть или не дали там. А Леминг у вас, кстати, лежит в отключке. Ну, рядом с ним там стоит еще. Видно, что они как бы вреда не желают нам. Ты пошел. Они кричат, железный человек идет, пускай. Хорошие люди, не ходить. А мне пофиг. Я никогда не считал себя хорошим человеком, даже в той жизни. Они кричат, железный человек глупая, пускай идет. Ну, он не совсем железный полностью. Ты удаляешься. Мозг у него нормальный. Но я аккуратно туда иду, поглядывая так, чтобы меня было хотя бы чуть-чуть видно, пытаясь вглядываться во тьму. Я не иду на пролом. Во тьме ты там туда ни черта не видишь, там кусты. Так, а фонарик-то был ведь у тебя? Ну, ты представь, что ночью вышел фонарик с фонариком в густой лес какой-нибудь. Это не густой лес, а прерии. Только кусты видишь, ничего вокруг. Да, то есть ничего такого. Ну, ты насколько будешь далеко удаляться? Да не сильно далеко, я буду... Лучше тихо попробовать прислушаться. Слышно там что-то? У тебя там уши-то нормальные должны быть? В комментариях на YouTube начали появляться записи о Слендермене. Да чё? Я прямо чувствую. А, окей. Не знаю. Я ору туда. Хотя не читал Слендермена. Я ору туда. Эй, чуваки, вы где? Давайте назад уже. Хватит там по кустам шариться. Вы слышите этот звук из оттуда, откуда-то с пустоши, из кустов. Индейцы очень сильно пугаются и кричат вам, уберите свой железный человек, он навлечет зло. Но я там ору стою дальше. Я зову их. Кого их? Пропавших. А, ясно. Да. Ну, то может такая... они сами куда убежали или тебе что только случилось? Тишина ответом является. То есть вообще никаких звуков, ничего? Нет, ночь. Тихая ночь, только сверчки какие-то там пустынные слышны. Ну, мне стрёмно, короче, дальше идти одному, я возвращаюсь тогда. Но я выполнил свою... позыв совести своей. Один из этих чуть более разукрашенных индейцев подходит к Леммингу, осматривает его. Так, опасливо. Потом... Я его спрашиваю, что с ним? Потом показывает злой шип, ужалить. Он будет жить? Будет жить. Но пианино играть больше не будет. Это шутка. А он и не играл. Это шутка. Говорит, будет жить.
Злой шип вытащить. Скоро-скоро проснется. Так что это было-то такое? Кто их утащил? Злые боги. А как чудовища. Они выглядят? Злых богов мохнатые, много? Большие? Злых или богов маленькие? Не видеть. Мы прийти жертву видите. Приносить. Злым богам. Злые боги мало жертв забрали ваших друзья. Эх, вы не уходите с нами в деревню, там безопасно. Пойдемте. А что с ними идти? Они вряд ли там нам что-нибудь полезного дадут, мне кажется. Надо по миссии идти. А уверен, что они из той деревни, например, туда выйдете? Вот я тоже думаю, вдруг они из той из нужной деревни. А где ваша деревня находится? И нам говорят, что там дикари деревня. Да. Они говорят, один свет идти туда. Ну вот. Хотя... Черви-то у нас есть с собой, да? Ну, а ты сейчас предлагаешь это распространить? Не, на месте, если на месте. Надо аж втереться в доверие. Угу. Меня они уже не любят, если что, все. Поэтому... Леминг, потихоньку. Я вряд ли что-то смогу Ты уже понимаешь, что происходит, но двигаться пока не можешь. Ты парализован. Чуть-чуть можешь размять пока челюсти. Погудеть что-нибудь там, помычать. Но ночь еще или уже утро? Ночь сейчас, да. Сейчас где-то часа три ночи. А я могу спросить, откуда приходят злые боги? Святое место там показывают, в ту сторону, куда ходил Рамон. То есть они прямо точно знают, где? Святое место носить подарки жертвы. А почему я просто думаю, может на рассвете можно туда прийти посмотреть, что там. Не, просто интересно, почему они ночью шли туда с подарками? Если они так боятся. Я ночью... так понял, что они сейчас шли подарки туда несли. Не, ты у них спрашиваешь это? Да. Что, почему вы туда ночью-то шли с дарами? Или как вы здесь оказались сейчас? Если вы боитесь так. Видеть костер, идти смотреть кто. Так, видеть чудовище. Что вы тут делали ночью не в деревне? Почему вы не в деревне в такое время? Приносить жертву и подарки злым богам. Ночью? Нет, днем. Недалеко стояли. Ну, ночью они нас увидели. Днем видеть сходили, костер. А ночью нас увидели. Видеть костер, пришли смотреть. То есть оно еще далеко место это само? Не очень далеко. А сколько идти? Один день, один свет. Нет, это до деревни, а до места приношения. 8 полетов стрелы. Да, это не очень далеко. Вот плохо было, да, когда не было единой системы мер. Вот или будет, когда не будет, вернее, единой системы мер. 8 полетов стрелы. Что меня вырубило? А ты сейчас мычишь там? Вырубило. Да, например. Отравленный дротик. Ну, не отравленный, а скорее всего так. А кто его запустил? Ну, те, кто утащил. Злые боги. Нет, чудовища. Чудовища служить злые боги. Вот. Так давайте разберемся с чудовищем. Давайте разберемся с ними днем. Сейчас да, я предлагаю этим. Нету, они уйдут. Я предлагаю им. А сейчас ты в темноте их будешь искать? Нет, мы искать вообще их не будем. Кого? Можно, конечно, потом вернуться, посмотреть следы, если есть. Ну, так давайте до утра тут посидим и все. Да. Чуваки не советуют до утра тут сидеть. А почему? Нам спать уже не обязательно. Придут чудовища, унесут нас. Да не унесут, нас уже сейчас много. Эти же с нами сидят. А они шипами плюются. Дейцы потихоньку пока отходят своей кучкой, что-то там советуются. Кстати, их акцент, это на самом деле не акцент, они так и говорят, у них нет своего языка отдельно. У них просто такой дикий язык, опримитивевший. Ну я им, короче, говорю, эй! Давайте вы с нами останетесь до утра, ночью опасно. Ваша железка говорит, спрашивает людей. Ну, он хорошую вещь предлагает. Идти куда-то сейчас в темноте, растут рядом опасные существа. А так мы все вместе будем. Мы вас защитим, я с доверием. Мы вам поможем. Вот его дротиком не усыпить. В чем помочь, спрашивает индейец. Мы вам поможем. В ваших проблемах с вашими злыми богами. Моя большая голова, говорит он, и протягивает руку. Для того, чтобы поздороваться. А с кем он здоровается? Не поздороваться, а тебе, вероятно. Да, я вон стою. Вау. Далеко. А, так да. Вот ты к нему тебя поставил. Я ему говорю, Зак! И пожимаю руку. Очень хорошо.
Мы остаться здесь до утра, а утром уходить. И вы тоже уходить. Идите, наша деревня. Отдыхайте, идите дальше. У меня с собой 20 тушенки, 20 воды, бензина, я 20 сгущенки. Даю... Бензина? Уже бензина 20, уже нету у нас. Мы а бензина, да, нету уже. Бензин вычеркивай. Бензин. Тушенки главное тоже пройдем. Меньше, мы съели часть. А мы не вычитали поймали. Тогда, я предложил вычесть, все были чем-то. Ну а как она просто волшебным образом восстановилась? Мы открыли, понюхали, да. Обратно запечатали. И поели, видишь. Святым духом сыты. Я не знаю, сколько мы тогда потратили, как мы едим, какой у нас рацион. То есть мы типа, немного едим, экономно. Да, у нас обычно, если на привале, то это говорится, вы сели, поели. Не, пока у вас нет нехватки в еде, как... вы же все время постоянно откуда-то была. Пополняете. Если у вас будет какие-нибудь там голодные времена, я вам об этом намекну. Хорошо, я, короче... Может, не выписывать там по одному рациону, это сейчас пока не так важно. Я чуть-чуть делюсь с этими чуваками. Но они отвергают, едят свои какие-то там ягоды. И сушеное мясо. Вкуснее, ничего в жизни не видел. Подальше так, на корточках отползают. Я к одному подхожу с банкой тушенки, говорю, попробуй, вкусно, ам-ам-ам. Ну, сама немножко ем, а ему протягиваю. Так она открытая хоть? Да. Ну, я не знаю, я робота, допустим, попросила. Она сквозь крышку кушает, чтоб много не съесть. Он так осторожно трогает пальцем и сует в рот. Потом закатывает глаза, говорит, еще. Вот это вы зря. Остались без тушенки. А? Он что-то своим товарищам шепчет, и они все сбираются, начинают жадно есть сгущенку. Кроме большой головы. Большая голова, видимо, у них самый умный здесь. И он поэтому не ест? Не ест, на всякий случай. Но он же большая голова. То есть он нам не доверяет. Но... Пока уже Леминг у вас там очухился, и можете говорить даже, и немножко двигаться. Ну, слава богу. Кушать не Я будешь? Думаю, раз тушеночка им понравилась, можно будет... Такой, раз внезапно вжужись. Так, я думаю... Включился такой. Ну что, ребят, давайте... Высокое восприятие, нормально. Я понимал, что вокруг происходит. Хорошо. Договорились. А я хочу поинтересоваться у кого-нибудь, либо у чуваков, которые там едят, либо, ну, в общем, у кого-нибудь из аборигенов. Давно ли эти страшные боги поселились здесь? Давно страшные ли они жертвы приносят? Боги вообще? Жить здесь всегда. Значит, давно. Ну, всегда это давно, да. Может, это гули какие-нибудь? Зачем гулям? Живые. Ну, а фиг знает. Дело в том, что у нас Wu Edition Expedition, понимаете? Вот, как бы, поэтому... Может быть, все что угодно. Да. Так вы и предполагаете-то с точки зрения современных людей, вы же там недолго, поэтому для вас это действительно сюрприз. Вы пока можете судить только из той информации, которая у вас есть, правильно? Ну да, что люди живут отдельно в этих территориях, они опасны, с ними опасны и так далее. Зачем тогда живые люди в этой территории, где они помрут все равно, с радиацией? Я понимаю, они там продукты питания какие-то, может, забирают, или еще что-нибудь там, барахло какое-то. Ну, хватит шататься, зачем? Сейчас стошнит кого-нибудь уже. Я сижу, ем и мечтаю о том радио, которое мне не удалось заполучить у бандитов. У тебя сгущенка-то должна быть очень хорошей, потому что мало отходов будет. Буквально там с банки... Одну таблетку вынул, и все. Один брикетик. Таблеточку. Кстати, экологически чистый продукт совершенно. Можно есть, да. Там все, чего не нужно, все осталось. Никаких биологических... По сути, консерв такой получается. Это просто добавь воды. Хорошо, что не суппозиторий. Хлебец такой, знаете, хлебец. Кто там у нас с утром, когда утро... А вы будете так сидеть утро ждать? Будете спать, не спать? Как бы спать больше уже не хочется. Ну хорошо, значит, двое уже поспали. Встречаете рассвет за тяжелыми мыслями о своих двух канувших лет друзьях. Кто их утащил и зачем? Да, кто их утащил. Индейцы пока-то укладываются, кто-то из них спит. Ранним утром они начинают собираться. Ранним утром уже солнце взошло, что-то видно стало. Восходит, да, сейчас еще. То есть можно пойти посмотреть 5-6, у кустов там следы, что-нибудь такое. Да. Ну тогда иду.
А что-то ты есть там? Нет? Насколько ты крутой смотрельщик? Не очень. Есть ну, кто-то. Тогда ты ничего не видишь. Да, Леммингу надо идти, мне кажется. Леминг, у тебя что там, кстати? А у кого у нас знания пустоши? Знания пустоши, у кого есть? У меня скиталец только 20. Скиталец, вот, скиталец, так. Да. Ну, скиталец. 20 это маловато. Это очень мало. Ну. Кого-то есть побольше? Скиталец у меня 24. Да, это нет, все равно. То есть мы ничего не найдем. Не, ну у меня, конечно, давайте попробуйте прокинуть. Если восприятие... А у меня удача еще, нет? Хорошо, может, а можем повезет? Просто попросить... Не повезет. Тогда другой вариантик. А зачем здесь скиталец применяется? Мы же недалеко идем куда-то. Это буквально разведать. Чтобы следы найти, понять, например. Вообще следы. Там куча каких-то на песке намазано, да. Еще что-то. То есть мы в этом ничего не поймем. Можете просто попробовать свои 20%, кто хочет уложиться. Не-не-не, у меня другой вариантик. Спросите у вождя, что может ли он нам подсказать, сколько человек там был, в каком направлении, то еще чего-то. Ну это не вождь, мне кажется. Он лидер экспедиции, скорее. Ну, да, главный. То есть у него спрашиваю, прошу, что можем ли мы на вашу помощь рассчитывать, чтобы понять, сколько было вот этих существ, злых духов, или как их, подвижников, кто их утащил. Сможете ли вы посмотреть? Ты спрашиваешь, да, об этом? Да-да-да, они же должны. Он сходит, осматривается, следа. Потом показывает тебе 4 пальца. И кивает головой, да, важно. А он может показать вообще, вот как выглядит их след, где что? Вот он это тебе показывает на какой-то неясный отпечаток шаркающий. Ну, на что? А, шаркающий, то есть размазанный. Ни на что не похоже. Для тебя ни на что не похоже. Понятно. Четверо. Я говорю, принципе, пойдешь немного с нами на разведку? Ну, подхожу к этому чуваку, говорю, пойдешь они с нами? Они в деревню собрались. Идемте в деревню, там хорошо, безопасно. Наши друзья, говорю ему. Забудьте пропасть. Ваши друзья, все. Кого забрали злые боги, больше никогда не вернуть. Мы должны спасти своих друзей. Да нет, это ты глупая железяка, говорит он. Не объяснишь. Спроси у людей. Я разворачиваюсь к ним и спиной все. Обиделся. Обиделся. Сам дурак. Что сейчас сделать? Надо идти в деревню и там с главным шаманом решать. Куда их потом утащат? И так времени сколько прошло. Показывать дорога. Куда? Ну, я с ними на их языке говорю, что... И без них мы все равно ничего не сделаем. Куда показывать дорогу? Не найдем. Показывай дорогу к святому месту. К священному месту. Зачем оно вам надо? Спасать друзей. Плохая идея. Сами умереть. Там... Мы хотели бы просто посмотреть на это место. Но раз вы такие... Экскурсия. Такой... Да, раз вы такой дурной, давайте вы нам что-то даете, мы вас отводим туда, а дальше... Все равно вам оно не понадобится там. Наши запасы тушенки, что ли? Да, в деревне надо идти. Например, говорит он задумчиво. Ну, я так и понял, конечно, тушенку. Распробовали. Не тушенку, а сгущенку. Сгущенку? Да. Ну, что там? Не знаю, откуда-то у бонзайца было. У тебя сгущенка? Тушенка. Тушенка же. Ну, вот я уже сгущенку придумал. Хорошо, тогда хоть тушенки. Блин. Ну, что ты, Дима, все. 3 банки тушенки, там сколько-нибудь воды и ок. Да давайте к ним в деревню сначала сходим. Далеко давайте. Очень. Посмотреть хотя бы, что здесь и как, чтобы знать. День в деревню но... идти, потом там день сколько-то день возвращаться. И это... Лучше глянуть сразу, что там такое приблизительно. Может, хоть что-то поймем. Как шансов хотите, мало, дело ваше. Конечно. Я не буду настаивать. Ну ладно, дайте тогда, где ближе. Ну как бы, ладно, логично. Ну мы направление к деревне, в принципе, запомнили, да? То есть мы сможем ее там найти? Там несложно ее найти. Окей. Нет, это они же нас отведут туда, ребята, мы посмотрим на месте и пойдем в деревню. Да сейчас мы их просим отвезти нас. Но он говорит, что 1 банка тушенки на человека. Ох, ё-моё. Вот это запросы. 1 банка на двоих. Он говорит, вы не понимаете, вы там умирать все равно. Вам не надо все, можете все дать и идти. Так вы потом у нас заберете, мы умрем, придете, заберете. Какая нет, разница? Что попадает темному, злому богу, все. Никто не может достать. Я пытаюсь ему объяснить, что ради дружбы стоит идти на риск, и ради дружбы стоит помогать людям. Не понимай слова железяка вообще. Железяка тупая глупый. Железяка. Глупая железяка говорит какую-то бельгу. Не знать хорошо говорить язык. Давайте торговаться. Предлагаю банку на двоих. Идет. У нас их мало. Я просто вздохну. А сколько их? Раз, два, три. Три банки. Нет, 3 банки.
Ну, нормально. Ну, все, нормально, три банки пойдет. Все равно девать некуда. Ладно. Я открываю свой инвентарь, как у Бендера. И вытаскиваю из сейфа три банки. Хорошо. Мне как-то вычитать надо что-то, нет? Мы тут уже пожрали этой тушенки дофига. Мне же как-то из 20 надо что-то вычесть, наверное. Ну, пусть у тебя их 5 останется. 5 останется? Да, да ладно. Ничего себе, что? Поели. Из 20? Так, а, насчитайте, сколько вы их ели. А у вас 20-то когда их было? Мы их редко ели, на самом деле. Да, ну хорошо, так пусть 10. Ели, пусть 10 останется, мы окей. Мы только сейчас и начали же в этот раз. Смотри, все. Да. Нас же в деревне кормили. Торгуйся. Хорошо, я пусть 12 считаю, будет. Что... Вот, все нормально. Вот 12? Очень, да. Да, логично. 12 напишу. 12 тушенка. Ну что-то большая голова, он там дает всем какие-то указания. Они уходят за холм. А сам он говорит, быстро за мной идти. Слушай, а ну, что мы им заплатили, они ушли? Куда они ушли? Куда-то. Мы им заплатили, мы всем вам заплатили. Да, значит, мы тебя заплатили, чтобы они нам экскурсию строили, да. Проводили, да. Опасно мы приходить без подарки. То есть он нам просто дорогу опасно. Показывает. А подарки мы что-нибудь оставим. Нет, им опасно, он говорит. А, им без подарки. Так нет, мы можем дать что-то, чтобы мы, они не положили. Не можем людьми рисковать. Тушенку он дадим им одну банку, пусть положат подарок. Так хватит, дефицит, ты че? Раздача тушенки тут направо налево. Да пойдемте уже. Да нормально, ну тут 4 главных персонажа, ничего с ними не случится. Мы вообще сможем без них найти-то дорогу? Просто в направлении в том идти, все. Он вас поведет. Да он нас поведет один. Один. Ну, зато самый крутой. Да, вы выходите. Отсюда? Он, телегу с собой, естественно, будете везти, да? Ну, да? Да, да, все забираем. Рамон запряженный-то? Да как, кто ж чё? Так, собака с вами синяя. О, давайте собаку запряжем. Она против будет. Она вообще по фану здесь, понимаешь?